MyCSGO – это сайт по открытию кейсов, на котором вы можете с легкостью выбить себе крутые скины. Все более чем легко. Пополняете баланс, крутите кейсы и выбиваете крутой дроп. Также на сайте есть куча режимов, такие как карточки, контракты, сражения, операция, и каждый из них по-своему интересен. Поэтому ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Переходите и оценивайте сами сайт MyCSGO. CSGO. Все, мы начали. А кто такой все. Бан? Это Ваня. Так, все, да, надо мы завалить ебать. А можно да, мут, да. Пожалуйста, ребят? Да, извини. Микрофон. Ебанули нахуй на электричестве! Я не видел! Так, этот килл на электричестве? Не я, не боевого. Так, о, бой, да я был в медицинском. Я наконец-то не я только подошел вообще к игре. Блять, а можно так? А кто убил? Спасибо, а кто поиграл, спасибо. Еще раз, Жо, а где, на электрике, да? Да, на электрике приходит, но я видел, где он лежал далеко, потому что я побежал направо, на... Я просто нажал на репорт. Ну, два, блять. А кто с тобой еще бежал или там перед нет, тобой? Нет, я не бежал, через лево бежал, сделал здание. Аня, ты на момент репорта где? А, я была на О2, я побежала направо сразу от столовки. Ань, ты на О2 была, да? Да, я побежала на листики и потом побежала в навигацию проводить. А ты листики сбрасывала? Это Вадим! Ну, Юль, жаль, что мы вишенку не видели, да? Это Вадим, ребят! Нет, это не может быть Вадим, потому что я пришел самый последний, когда все уже разбежались, и я побежал сразу налево. Еще со мной Вова направо побежал, но я не сказала. Давайте прямо. Вот я нахуй еще не выкупил, что происходит. Кто в эту игру играет хорошо? Вадим, это Вадим. О, я, кстати, не играю хорошо. Юля, Байёвл играет хорошо, Байёвл играет хорошо. Она Юля. Я играю хорошо. Нет, прошу, Дина говорит, что она меня не видела. Ребят, очень странно, потому что я действительно побежала на... Да, ну просто я говорю, Байё, алиби то, что я побежал самый последний, просто побежал налево. То есть меня видели, что я стоял. Ну, то есть 100%. Все, кто убегали, я стоял в центре. Может, ставили Дин, что я бегу на О2, а потом в навигацию. Не-не, в центре я стоял, в самом центре стал все время. Я прибежал, я был последний. Нет, мы никого все равно не кикаем. Это пиздец, такой спам. Ебать балаган. Я проголосовал. Марк говорит 7 минут, вы меня не слушаете. Что за хуй за меня проголосовал? Это не мои проблемы. Это Яхес. Где ты был? Я все равно конечно снижу. Я вообще направо побежал. А, на канистре, недалеко от места, где произошло убийство. Да, Диночка, все верно. Что ты? Убийство произошло же вообще на электрике. Да пиздачок. Бля, включите свет. Так. Давай гуакамоле, блядь. Так, секьюрити. Так, я видел. Это куда он побежал? Так, позитивчик прибежал. Security. Угу. Сейчас. Блять, ну куда ты убежал? Нахуя? А потому ё-моё, что Юлю убили. Нахуя кнопку нажал? Ё-моё! Так, я стоял на камерах, поэтому, в принципе, какую-то инфу я могу дать. Да. Я рядом с тобой стоял. Я выходил с камер, я видел, как ко мне прибежал позитивчик. Он был возле камер. Я видел, как... так. Кого еще? Вишенку! Вишенку я еще видел. А можно вопрос к Дине? Дина, ты как оказалась навигация сейчас рядом со мной, когда там одна стояла справа? Какой навигация? Как выбежала? Ну, там чавкает. Снизу. Да. Она снизу была. Ты видела все, окей? Я просто стояла на задании, выхожу, прибежала. Одна, и тут Дин стоит. Я потом вдруг она с люка спрыгнула. Ну, ты выходила, нет? Короче, скажу такую фишку. Я вот когда вышел с камеры, позитивчик возле меня очень подозрительным бегал. Вот это было очень стрёмно. Я не знаю. Смотри, я видел. Я очень мало видел. Знаете почему? Смотрите, я очень плохо стою на камерах, поэтому я не понимаю верхний правый, короче, верхнюю правую камеру. Я не понимаю, где она находится. Я видел точно, как бежала вишенка. Я видел, ко мне прибежал позитивчик. И я еще видел. Может, Хесуса, кстати, видел. Может, Хесуса видел на камерах. Короче, из навигации вылезали Хесус и вишенка. Да, давай, Ликс, давай. Подождите, Ликс нажал кнопку.
Проблема в том, что в админке была со мной вишенка этот боевал Юля. В админке была. А сколько импостов? Я постоянно полил карту. На карте я почему спросил, кто был на камере, потому что вас там было трое. Вадик, соответственно, ты. Вот. Трое? Вспоминай, ну да, там бегал еще чел где-то. Ну, не на камерах, он рядом бегал, возможно, он забежал в камеру. Так вот, ее убили чуть ниже админки. Смотри, Диман, я видел. Мне кажется, я видел только позитивчика на камерах. Только. Короче, значит, я верю. Смотри, подожди, подожди. В меня вкидывают, заебали нахуй. Подожди, Лекс, если Юля ты знаешь, убила... где ее труп, почему ты не нажал на труп? Потому что я бежал кнопку, она еще жива была. Да ладно, нормально все. Конечно, блядь, нормально все, я же трейтер, блядь. Так, мне нужно, чтобы килл от КД шелся. Давай, откадышивайся. Так, я стою в электричестве. Так, Вакамоле бегает возле навигации. Так, они не... Блядь, они же будут не видеть, что я... Ух ты, ёбаный сыр. Нужно. А где свет выключить, блядь? Нужно выключить свет. Так, я типа сделаю, короче, вид, что я... Блядь, Хес возле меня пробежал. Мне нужно свет выключить. Блять, как-то они так бегают и не вместе, блять. Заебись. Короче, рассказываю. Сделал свет, пробегаю направо и вижу, валяется жмурик нахуй. Дина, бляха, муха, шлюха. Извиняюсь, шутка. Валяется Дина справа. Короче, вот это везде, где куча. Извини, Дина, это шутка была. Короче, с... Смотри, где куча коробок, слева мы делаем еще задание по поводу канистры. Вот она справа. Сейчас на реакторе стоял ты, я и еще, по-моему, Марк пробежал. Мы с Марком, смотри, я когда забегал в электричество... Нет, реактор, я про реактор. Я реактор делал. То есть мы были в левой стороне, я просто говорю, что я когда забегал в электричество, типа, ну, то есть я там видел тоже Марка. Стоп, я на камерах стоял. Ребят, я кушал, смотри, прослушал, где труп? Вопрос. Я просто... Смотри, внизу, где канистра, задание, справа был труп. Ну ты же сам его и просто на это очень много времени тратится, мы еще никого не выгнали. Просто мы обсуждаем, где нашли, и никого не кикаем, у нас в итоге два трейдера еще живы. У нас два трейдера, и нам сейчас надо кого-нибудь. Да, и вы просто очень долго вот это все. Я 100% уверен в позитивчике, потому что мы вместе с ним бегали. Да, я вас... Ну, позитивчик бы меня убил на камерах, когда я стоял, я думаю, что я стоял один. Я не уверен в Ваде. Я сейчас стоял на камерах. Подожди, Диман, подожди, как ты во мне не уверен? Я все время стоял на камерах, и сейчас я понимаю, что я не могу стоять на камерах. Я сейчас стоял на камерах, а вот теперь с Хесус... Подожди, я стоял в первом раунде все время, позитивчик ко мне прибегал. Пять раз. Смотри, сейчас я побежал на камеры. Смотри, я побежал. Тихо. Смотри, я побежал на камеры, постоял на камерах. Смотри, я постоял на камерах, а потом я побежал, начал делать, что мне нужно делать задание. В меня? Ты охуел, Ликс, я в тебя голосую. Ты чё? Я не понимаю, что вы творите. Вы просто спамите. Вы чё? Вы такие долбоёбы, ребят. Просто вы спамите, орёте. Вы сейчас сделали хуйню полную. Мы просто сейчас проебём игру. Нам по-любому надо кого-то кикать сейчас было, понимаете? А если мы мирно выгнали, мы сейчас проебём, блядь. Мы в любом случае проебали, если никого не выгнали. Все задание, мут.
Я не понимаю, блядь! Я что сделал? Что я, блядь, сделал, нахуй? Что я, блядь, сделал? Полностью по-красному играл! Полностью по-красному! Не с... Блядь, я не знаю, смотрел камеры, давал инфу, пошел вниз, зарепортил труп, блядь! Я просто не понимаю, нахуй. А, прикол. Мы только что были... Ничего не находите? А, смотри. Ребят, я не видел хер. Да, да, да. Смотри, да, смотри, да, послушай, да. Прям под читками лежал трупак. Ребят, меня опять... Ну, смотри, мёртвый. Смотрите, это может быть либо Хесус, но это просто исходя из того, что я сейчас стояла с Ликсом. Либо смотри, Дим, от нас отделился Марк и побежал вниз. Он, Ань, в принципе, Ань, мог. Ань. Можно я договорю? Он мог, в принципе, на счетах убить и зарепортить. Но это так, ну, чисто тело. В теории мог, ну, блин, да, ну, да. Хесуса вообще не было с нами, понимаешь? Ребят, Ань, можно я. Давайте скажу, спросим у Хесуса, что он делал. Я видел, как вы втроем все бегали, да. Это правда. Ну и что? А что потом? Кто зашел? Кто свет починил? Еще раз. Я зашел в свет, починил после... Погоди, я починил два этих, две кнопки, побежал наверх, где делать задание с проводками, и там труп лежит. Прямо над щитовой. Над щитовой. Над щитовой. Сказал на щитах. Над щитовой. Блять, я говорил сейчас. На камеры, какой щитовой? Он пытался, сука, как бы... Сука, сверху, понимаешь? Странно вел. Не, подожди, какой щитовой? Щиты находятся внизу. Щитовая, где чинить электричество? Сверху там еще три задания есть. Щиты — это другое место вообще. Это другое место. Ребят. Вы можете меня послушать? Где чинить электричество кнопками и сверху над ними три задания? Это не другая комната, где ёбаный вверх. Слушайте, есть такая вероятность, что сейчас один трейдер остался, мы никого не кикаем, гоу. Дим, остался один трейдер, я тебе объясню почему. Потому что мы бы уже завершили игру, да, если было понимаю. Два. Поэтому гоу, скипаем. Зачем? У меня все, Дим, по заданиям. Дим, подожди, как один трейдер? Ну, мы бы проиграли, если бы два трейдера. За что меня кикнули? Походу, если кикнули, потому что все остальных... Стой, у кого задания остались? Мы сейчас можем проебать. За что меня кикнули, блядь? Ну, типа, так нельзя говорить, если они сейчас сделают даблкил... Да кто меня вкидывает, уёбки, блядь? Мы сейчас проиграем, если они даблкил сделают. А, нету трейдеров, блядь, один остался. Они бы уже выиграли тогда. Блядь, это пиздец. Я сейчас сгорю нахуй, блядь. Я просто сгорю нахуй, блядь. Пиздец старый уебан нахуй. Он не только, блядь, в своей игре нахуй чат смотрит, что и тут чат смотрит, блядь. Ты сильно агрессивно играешь на трейдере? Это, типа, показатель то, что у меня 0 киллов было, да? Ты вы про это? Ну да, я сейчас что-то слышу, очень сильно сагрессировал, блядь. Надо меньше киллов. И реально, что-то распоясался, блядь. Похуярил просто всех, блядь. Да Марк выиграет, боже. А зачем? Ну, вас не смущает ничего? А зачем, Марк? Ну, вас не смущает, говорю, ничего? Нет, не смущает. Свет... Нахуй ты свет выключил? Да, нахуй ты свет выключил. Марк, а зачем? Что? Ну, я не понял. Ну, тебя не смущает то, что мы бегаем втроем, как минимум? Где я свет включал, алло, блядь! Так нет, ну, Марк, меня не смущает, мы просто задание... Вы не заметили, что свет включился, блядь? Кто это сделал? Я? Нет, ты молодец. Но это тебя охуенно окрасняет, типа, если трейдер. Ну, молодец, а ты нахуя кнопку-то нажал? Ну, блин, нажал? Я просто, не, ну, я тоже считаю, там, что, наверное, может быть, Хесус, но я не вижу смысла сейчас кикать, дайте я доделаю два задания, там, мне все, осталось. Давайте, всё, давайте, скип, не надо. Это вы где бегаете, блин? Задание мы сделаем, бегаем. И призраки доделают задание, мы выиграем игру. Аня, у тебя есть кнопка? Если бы я был маньяком, я бы тоже с вами бегал. Я не нажимал ни разу, я думаю, что да. Да, да, да. Все, сохрани, пожалуйста, кнопку. Хорошо. Бля, Ликс всегда нажимает кнопку. Ликс всегда нажимает кнопку. При любой ситуации. Здесь Марк нажал кнопку, и он такой: а нахуя ты нажал кнопку, блядь? Бля, что за хуйня, блядь? Бля, вот мне интересно, знаете что? Знаете что? Я вот сейчас спрошу, когда начнется вот эта вся хуйня. Я скажу: Ликс,
Почему ты меня выгнал? Он скажет, ну, Вадя, ну, я не знаю, ну, типа, ну, ты вот знаешь, типа, ну, короче, я ебаный старый хуйлан, я... Глянул чат, а там написали, что ты трутер. Ну, я тебя и кикнул. Ну, да. Да, да, ага. Да все, пизда. Давай, короче, да, ББ Марку. Не, ну просто в этой игре начинается уебаться. Вот это вот... Завали ебало, Жожа. Подожди, а можно спросить Сочи Ликса, за что он меня кикнул? Ну, потому что надо было кого-то кикать, иначе оставалось бы два трейтера на шестерых. Это, ну, типа, ну это... А я делал только красные мувы, у меня не было ни одного килла. Я сыграл всю первую игру на камерах, потом сказал, что я уже не мог стоять на камерах, и мне нужно было бегать, задание делать. Я просто тебе не Все, давайте про голосование. Я вообще не подозревала. Ты только меня подозревала, Дина. Не, я хочу... Да мне похуй, что там говорит. Нет, мне интересно, что Ликс думает по поводу этой ситуации. У меня оставался ты и Хесус. Я выбрал тебя. Мне показалось, что ты в реакторе выбегал первый. Вы что сделали? Вы что сделали? Ты что сделал? Ты что сделал? С победой. Это карма, нахуй, это карма. Карма за то, что он чекает чат, блядь. Дима, ты чё? Карма. Карма. Я думал, мы все уже закончили. Если это победа, он на кнопке будет стоять, он не даст нам нажать. Я верю, что это победа. Ну, Вадя вообще не мог говорить сейчас, он размьютился. Так почему ты не проголосовал-то в Марка? Это карма называется. Да не карма это называется. Да не карма, блядь, ты типа уговорил его во время смерти. Все типа, я считаю, что это победа. Он не может одновременно думать и делать что-то. Так не, ну я просто объясняю. Не, он не отойдет от кнопки, он будет ждать сейчас КД и не даст. Да, тут этот, да, он сейчас ёбнет этого Ликса. Пиздец. Победой! Хорош, Марк! Это победа мирных. Легкая победа. Бля, это просто такое... Вы что, действительно будете думать, что мы проиграли за мир? Да, вы проиграли. Нет. Ну просто в чате же не писали, нажми на Марка, блядь. Он и не нажал. Блядь, ты говорил, когда ты мертвый. Да, нет, а при чем тут это? Выиграл и проиграл вообще.